Ребята, если мы идем путем созидательного мышления, у нас будет время от времени возникать ситуации, когда необходимо проработать негативную энергетику в положительную. Ну, для того, чтобы не циклиться на месте, постоянно двигаться вперед и развиваться. Для этого подключаем колоссальную мощь наших мыслей и выполняем три пункта. Первое. Определяем источник возникновения негатива и как долго он отравляет нашу душу. Второе. Определяем нашу реакцию на происходящее событие. Это может быть конфликт на работе или какое-либо другое негативное, неприятное нам событие. Чем больше мы питаем своей энергетикой это событие, тем больше оно усиливается и распространяется. Третий момент. Определяем, как бы мы хотели к этому относиться и высказываем намерение. К примеру, мне не нравится, что у меня болит голова. Говорим, хочу иметь здоровую голову, чистое сознание и вообще не болеть. После того, как мы выполнили все эти три пункта, садимся в удобном, тихом, для нас уютном месте и мысленно представляем перед собой, что горит костер, в пламя которого опускается причина возникновения негатива, болезнь, страдания, конфликт. Пламя огня сжигает эту проблему в положительное, приятное и нам полезное явление. Вместе со сменой ситуации меняется и цвет костра. Оранжево-красное пламя преобразуется в бело-фиолетовый столб света, который наполняет наше тело, наш ум и сердце, после чего мы излучаем в окружающий мир положительную созидательную энергетику, что порождает событийность. Вместе с тем, усилив нас и окружающий мир в разы. Всем удачи!